Техническое правительство Греции во главе с председателем Ареопага Василий Китану принесло присягу. Тану стала первой в истории страны женщиной-премьером. Церемония состоялась в Афинах в президентском дворце в присутствии главы государства Прокописа Павлопулоса. В правительстве 23 человека. Основная его задача – проведение досрочных выборов. «Нам многое предстоит сделать в том, что касается налоговой политики. Министерство финансов продолжит реализовывать все текущие институциональные вопросы», заявил Трифон Алексидиадис, технический министр финансов. После отставки 20 августа кабинета Алексиса Ципраса мандат на формирование правительства был вручен лидерам двух оппозиционных партий, но после их неудачи пришлось сформировать технический кабинет. «Наш приоритет – продолжать проводить европейскую политику и провести саммит по проблеме миграции, потому что эту проблему можно решить лишь на международном уровне», говорит Йоаннис Музалос, технический министр по проблеме миграции. В пятницу глава государства объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 20 сентября. За несколько часов до того, как предвыборный период официально начался, среди политических партий царил разброд, передает из Афин наш специальный корреспондент Эфи Куцакоста. Теперь же всем политическим силам предстоит выработать позицию по отношению к третьему программу помощи и идущим вместе с ним непопулярным реформам. Однако без международной финансовой помощи греческой экономике не выбраться из кризиса.